Всем привет! Друзья, вы находитесь на канале Мастерской этнических ремесел «Степной дух». Я Валентин Шкандыбин. Сегодня для вас демонстрирую вот такую замечательную пташку. У нее всего 4 игровых отверстия, но она настроена в интересной тональности. Тональность называется «Ми минор пентатоник». Этот строй характерен для флейт североамериканских индейцев. Ну и давайте послушаем, как она звучит. Скажите, правда ведь неплохо для маленькой, и в то же время с 4 отверстиями это уже не просто свистулька, это похоже больше на окарину. Хороший подарок как для себя, так и для маленького ребенка, который только делает первые шаги в освоении флейт. Спасибо за просмотр, не забывайте подписаться на канал. Пока-пока.